Привет! Сейчас я расскажу вам о канале PXWeb. Из-под его руки выходят свет легкие и непринужденные прохождения стратегий. Каждый щелчок мышкой, попадание прямо в цель. Он уж точно не ракует, как твой тиммейт. Все это заправлено приятным голосом и лаконичной речью, что дает заряд бодрости и позитива. Зайди на его канал и убедись сам. Только осторожно, он довольно крут. Ссылка в описании. Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games, я Скиф, мы продолжаем играть The Escapist 2. Тут у нас была перекличка, и в общем-то надо дождаться утра. Что мы имеем? У нас в общем-то уже есть легкий резак, который нам пригодится. У нас тут есть металлическая пластина, которая возможно нам зачем-нибудь да пригодится. Я хотел шокер бы вообще в идеале сделать, ибо нам надо отнять книгу вот у этого говнюка. Чтобы туда попасть, нам надо добыть каким-то макаром красный ключик. И мы, наверное, этим будем заниматься с утра. Смотри, собаки впряглись. Ух ты ж, жестко тут. Но пока перекличка с утра не началась, можно побегать и поискать. Нифига себе, кусок мастики, просто так, скрепка тоже пригодится. А, отлично, вот это вообще неплохо, я так с утречка заглянул. Так, пес пошел сзади. Спалили. Пес спалил. Пес-собака. Че, думаешь, вывезешь меня, подонок? Я думаю, нет. О, вот это поперло. Держи. Давай. Вот так. Так, изоляция. В смысле? Какая, мать ее, изоляция? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я ж ключ сбагрил. Ёпта, собаки, вы чё? Блин, надо было скинуть. Ну ладно, уже не суть важно. Мда. Утро начинается не с кофе, чё. Почистим картошечку. Чтоб... время пролетело гораздо-гораздо быстрее. Надо именно что чистить картошку. Эх, не сказать, что это мое любимое занятие, но тем не менее. Что-то как-то не получается войти в темп. И уровень угрозы как бы поднялся, да, слегонца. Нам надо идти еще ключ изготовить. Блин, еще 17 секунд, а я уже устал. Ну ладно, давай отдохнем еще. Да, теперь тут сурово, смотри, вон собаки бегают, а собаки очень бодренько так могут учуять, в общем-то. Если я какую-то контрабанду буду мимо них проносить, что, в общем-то, и случилось, походу, да, я на собаку наткнулся с контрабанда, это было весьма-весьма не очень. Давай проверим, что у нас в столе осталось. Ну, это они, соответственно, подчистили, ну и пошли бы они в задницу. Мы делаем ключ. Так, чувак на меня только прикрикнет, по идее. Красный ключ подъехал. Шикарно. Закидываем. И у нас теперь нет оружия. Защиту бы надо сделать. Так. Этому пока одежду сюда скинем. И скрепку меня отняли. Не, ну вообще ничего святого. Надо какое-то оружие. Чем их там будем расшатывать, разматывать. Сейчас отметимся на работе. Да, мы здесь. И полутаемся в каких-нибудь ящиках. Ну, в идеале мы тут будем лазить у этих говнарей, искать что-нибудь, так жди. В медотсеке мы в медоделе пока особо ничего не лазим. Не ищем. Здесь вообще можно стену продолбить к этому покемону. Так, изоленту возьмем одну. Хотя бы какую-нибудь дубинку сделать или типа того. Но у меня, блин, по идее одна попытка туда ворваться нормальная. Если что-то пойдет не так, будет очень и очень. В смысле? Надзиратель, ты чё такой дерзкий? Почему он там спит? Что за дерьмо? Что не так с ним? Лёг и спит там, да, на чьей-то кроватке. В чьей-то хатке, блин. Говнарь. Так, с батарейками вроде бы все хорошо. Работу мы вроде бы как бы выполнили свою. Ну как, у нас работа пока что состоит именно в том, чтобы отметиться, что мы типа хотим работать. Это пока что вся наша работа. Чё у вас ничего путнего, а? Совсем наркоманы? Сейчас придется всех вас лупить просто.
И что вообще все, все... Работа, да? Все сбрелись сюда. Рабочие, блин, будни. Такс. Ну, можно что сделать? Можно отгрести от этого мудня. Совсем дерзкий. Забыл, совсем попутал, да? Кружку берем. Давай кофе. Одного охранника мы там просто вырубим, сразу кофе. Ну, типа шоколадом, да? И что-нибудь замутим. Ой, ёпта. Маскировка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все-все-все. Все, начальника, все хорошо. Этот говнарь еще меня подозревает. Смотри-ка ты на него, а. Я вот пешочком иду, смотри. Пешочком. Никому же не мешаю. А, нафиг побежали. Походу, он просто так не отстанет. Я найду их. Да два раза. Я гребаный мастер маскировки. Что у нас, кстати, по характеристикам? Надо силушку, надо физформу подкачать. Иначе она нас подведет. Смотри, он до сих пор на стороже. Вот такой вот он говнарь. Да, мы одного кружкой, значит, вырубим. Второго что-нибудь придумаем, как вырубить. Так, пошли тут бои. Нифига себе жесть. Нет, нам надо физформу подтягивать. Я не готов участвовать в боях. Хотя бы до 50-60 было бы в идеале поднять. Чтобы мы могли нормально там ворваться. Потому что если что, придется вдруг еще раз ключ искать. Это будет совсем не круто. Это будет максимально не круто. Я тебя вижу, Скиф. Ну, придурок! Еще бы ты меня не видел на свежем воздухе. Так, нет, с тобой потрындеть-то не хочу. Все, валим отсюда. А душ на удивление вовремя. Я тут в аккурат душек-то и принимаю. Заодно и отметился. Сейчас пойдем еще, наверное, в физформу потренируем. Такс. Ёпта, нифига себе, они прям там в двоечка одного бедного заключенного лупидолят. Какие это ворота? Ни в какие. Давай, крути педальки. Нам это важно. Нам это трындец как нужно. Набирать хорошую физическую форму. Такс. Мне еще пока что не из чего особо-то... Так, ладно, все. Не из чего оружие сделать, поэтому надо помыться, сил набраться. И найти такое, в общем-то, время, в котором мы сможем более-менее эффективно. Ну, скорее всего, во время отдыха. Там же еще иногда третий охранник заходит. Это, короче, стоит тоже учесть. Можно, кстати, еще один апгрейд сделать. Ну, почему бы и нет. Вот так вот раз. И максимально хороший у нас прочный резак. Че бы нет. И сделать шоколад пора бы. Ну, горячий шоколад или кофе, какао, что это у нас? Чашка топленого шоколада. Пригодится. И пока что оружие нам не из чего сделать. Ну, можно просто какой-нибудь говнорят мудошить попытаться. Вот, типа, который здесь бродят, и забрать у него все, да? Почему бы и нет? Надо как-то только аккуратно надзирателя выловить. По идее, любого. По идее, любого, просто чтобы забрать у него все его хохоряшки. Надзиратель. Ну, давай, надзирай. Ах ты ж. Ушел. Смылся. Засал. Ну, с другой стороны, мы можем здесь пока пообыскивать. Они что-то куда-то разбрелись. Достаточно далеко. Поэтому это наш шанс. Такс. Ну, носок мыла это как-то совсем уже не тот уровень, на который я вышел. Вот бревно сойдет. Зажигалка. Так, сейчас это сагрится. Твое место нет рабочее. Но если его он не особо показывает виду. Скажет, ну нафиг это дерьмо, я пошел отсюда. По-моему, у меня там бревно было, не было. Хотя бы биту сделать. С одним-то я уж как-то справлюсь. Так, ты тоже лежи, спи, не отвлекайся. Я тут пока что пошукаю. Ой. Не-не-не, все нормально. Да, отойди, Эшли. Скиф, да ёпта, меня спалили. Ну ладно. Достал меня этот, короче, охранник. Ходил за мной. В общем-то, получил. Долбаные, мать их, собаки. В очередной раз меня спалили. Просто бежишь, я вбежал в форме охранника с гребаной дубинкой, меня спалили. Я хотя бы дубинку успел в ящик спрятать. Уже это меня радует. Так, все, радует. Возвращаемся в камеру.
Завтра во время отдыха мы пойдем, в общем-то, в ту комнату забирать книжку. Нас там потом даже если отмудошат, главное забрать книжку. Вот это самое-самое важное, чтобы мы смогли дальше по квесту продвинуться. У нас, по идее, еще где-то один этап или типа того осталось. Да, отлично, тут нас не шукали. У нас есть чашка топленого кофе, как шоколада, чтобы одного рубануть. Дубинкой второго, сумка для контрабанды, ключ, все есть, все, что нужно, как бы, да? Поэтому отдыхаем. Я тут еще даже решил силушки подкачать по такому поводу, но мало ли, вдруг не хватит. А все-таки сила нам там трындец как понадобится, их все-таки два говнаря. Мероприятие достаточно рисковое. Отметился на завтраке. Блин, за мной этот говнарь по пятам следует. Давай попытаемся от него как-то оторваться. Так, второй говнарь. Ну, пока что мне вы не особо нужны. Давай сюда заныкаемся, он, по идее, нас не найдет, да. Отлично, он потерял нас. Так, отвертки, изолента. Изолента у меня просто хоть сам обворачивайся этой изолентой уже. Сейчас будет работа по графику, по идее. Поэтому, пожалуй, побежим на работе, отметимся. И быстренько за всеми нашими принадлежностями отчалим. И потом уже пойдем забирать книжку. Фух, я думаю, я достаточно тщательно подготовился. Давай сразу здесь ждем. Сейчас тут работа начнется. Ну, все работают, слушай, да, там кто где, кто... Чем? Я, кстати, ни псарем, ни сантехником ни разу не работал. Но да ладно. Работа же, да? Работа, отлично, отметились. Побежали, возьмем наши принадлежности. И аккуратненько попытаемся совершить то, что мы уже давненько пытаемся спланировать, спрогнозировать. Надеюсь, это нам получится сейчас все провернуть. То есть, перво-наперво. Оружие. Это. Правильно же все. Сначала мы чашкой топленого врежем, чтобы совсем хорошо было. Ух ты ж, этого рубанули. Ключ у нас для того, чтобы пройти. Сумка для того, чтобы нас не спалили. Наши характеристики вот такие. На данный момент этого должно, по идее, хватить. Фу. Страшно немножко, но да ладно. Черт. Все накрылось. Он оказался жестче, я думал, он сразу вырубится. Просто. Что ж, первая наша попытка не задалась. Ну, все из-за того, что я не ожидал, что он прям выдержит удар. Но это было прям серьезно, мощно. Но да ладно. Зато я нашел кое-что интересного, и в теории мы сейчас сможем смастерить кое-чего. То есть нам вот это надо, потом нам надо скрепку и вот это. И это даст нам самодельный шокер. По идее, штука клевая. Насколько я понимаю. И что-то там еще можно изготовить, насколько я помню. Супер оружие, супер бита какая-то. Так, подожди. Тут нам нужна дубина. Плюс вот это, плюс вот это. Ну, шокер. Шокер вроде с первого раза вырубает. Опять же, на тех говнарей я не уверен, что это распространяется. Но мне еще надо сделать как бы... Опять мастику. Блин, а шокер тестить? Нет, шокер опасно тестить. Да, мы его там будем тестить. Тогда уже в бою. В боевых условиях. Но пока что ищем мастику. Тальк найден. Отлично. А, что тут еще есть? Зубная паста. Хотя у меня два там тюбика. Я надеюсь, это уже больше-то не понадобится. Давай скинем. Что тут еще у нас есть? Еще батарейка. Может, да и пригодится, кто ее знает. Перекличка заканчивается сейчас. Физупражнение, по идее, или типа того, да, физические упражнения. Абсолютно замечательно. Сейчас мы туда сбегаем, отметимся. Так, что я могу сделать? Я могу взять зубную пасту. Наконец-то изготовить то, что я хочу. Скинуть контрабанду. Кстати, насчет контрабанды. Надо сделать броню. Потому что без брони что-то мне на них не особо-то и хочется идти. Батарейка. Давай отметимся. Очень повезло, кстати, найти сразу чувачка нам необходимого. Я сделал уже слепок с красным ключом. И теперь жду, пока спадет немножечко ненависть. Наверное, она спала. Давай еще подождем. Ну, вот как-то так. Нормально ждем, да?
Я, кстати, сделал второй шокер, я его хочу вот конкретно протестить. Что это такое, да? А неплохо. То есть он с одного удара валит этих говнарьков. А таких тоже с одного. И у него нет прочности, самое занятное. А не имба ли это? Вот в чем у меня тогда вопрос. Давай пошукаем, блин, мне не с чего пока что сделать. Так, тоже не то. Мешок для контрабанды. Купить я особо тоже не могу. Типа не работаю. Чё пришел? Такс, желтый ключ. Я не успел из-за тебя, блин, зараза, посмотреть, что у нас здесь. Здесь у нас тоже совсем не то. Ну блин, шокер, он просто имба. Все-таки шокер не бесконечный, он закончился. Но я надеюсь, его именно хватит на тот момент. Да, чтобы там их всех отмудохать. Единственное, нам до сих пор пока что не удалось разжиться фольгой. И вот это немножечко напрягает. Ну ладно, еще немножечко побегу, поищу. Думаю, рано или поздно мы найдем. Сейчас бы еще говнари за мной не привязывались. В общем, все необходимое готово, нашел я таки фольгу, но я думаю, мы завтра пойдем на это дело, потому что надо будет их мочкануть, дождаться, пока спадет. Или че? Да, сейчас работа, сейчас уже будет отбой. Завтра, идем завтра. Ладно, вторая попытка, одел броню, главное собакам сейчас не попасться, я тут немножечко нарушил режим слегонца. Так, ключ у нас, мешок для контрабанды у нас. По идее, все хорошо должно быть. Электрошокер должен сработать. Минус. Так. Окей. Фу-у-у. Забрали таки гребаную книжку. Вот это праздник. Так, давай, нюнчаки нам. Тут я могу что-нибудь взломать, я не знаю. Могу посидеть. Сюда пройти не могу. И надо отсюда сваливать. Надо отсюда сваливать определенно. Блинский блин, когда я пытался выйти, они уже зараза обратно бежали и спалили меня вот тут прям по дороге. Ну ладно, главное, что у нас книжка останется, это важно, остальное нам все пофиг. Книга наша, все, мы добыли эту книгу и надо только ее отдать. Задание теперь очередное, это нокаутировать надзирателя, очередного по крайней мере. И это хорошо, и с этим мы можем справиться, надо только немножечко отдохнуть. Окей, говнарь нокаутирован. Давай заберем его пожитки на всякий. Так, и переоденемся. Фу, и надо опять отдохнуть шустренько. А вот уже искомая наша награда, альпиншток. Надо добыть ему оружие посерьезнее, и он, в общем-то, нам отдаст альпиншток, который нам необходим для побега. Пришла пора сделать суперкнут. Необходимый по заданию. Интеллект надо повысить. Вот подвох. Давай скинем. Побежали повышать интеллект. Прокачал интеллект. Теперь необходимо сделать то, что необходимо. Да, логично. Логичная логика. Так, подожди. Для этого нам, походу, надо две подушки. И вот эта кукла нам понадобится, безусловно. Не знаю, это сюда можно завесить. Так, работа. Сейчас с бегом отметимся, подожди. Там собаки бродят, вот чупалево. Поэтому надо быть трындец каким аккуратным. Чтоб нас собаки еще по дороге не замели. Так, вот чувак с квестом. Держи, братюня. И он дал нам альпиншток. Теперь с альпинштоком, чтоб нас не замели. Иначе я выполню все. Все на свете сразу. Давай альпиншток закидываем. Окей. Кукла Валик нам понадобится. Давай форму охранника оденем, чтобы на нас не так сильно пырили. Так, возьмем альпиншток ночью. Прочный резак. Куклу Валик сюда застелим. И, в общем-то, уже сбежим. Главное, сейчас на рабочий что отметится.
А то что-то как-то не хочется еще больше агрессии с их стороны увидеть. Так, ночь подкралась. Давай куклу. Блин, чувак, не спалишь куклу? Пошли. Да, окей. Отмечаемся на перекличке. И нам надо будет ночи дождаться, по факту. И собака. Собака, 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 собака. Потому что нам надо тут продолбаться альпинштоком. Поэтому надо как-то где-то побегать. И аккуратно это все переждать, так, чтобы нас еще никто не спалил, да? Надо быть, мать его, аккуратным. Но я надеюсь, в одежде охранника нам как-то попроще будет. Сейчас будет возвращение в камеру. Я надеюсь, собаки там все разбегутся. Вот собак я очень боюсь. Потому что собаки — это реально проблема. Так, пошло возвращение в камеру. Так, я в форме охранника, все нормально. У меня там кукла лежит. Поэтому пошли бы в задницу. Ждем выключения света. Тут охрана лазит. Я сам охранник. Я охранник. Я охраняю, блюду. Блюду и тут бегаю. Порядок. Все ж как всегда, че вы. Такс, наступает момент X. Выключен свет, да? Давай часика дождемся. Сейчас эти говнари разбредутся. Я тоже вроде бы охранник. Там кукла Валик, все хорошо. Надо аккуратненько сюда вот продолбать. А в смысле? Час же. Шли в задницу. Черт, собаки. Да ладно, ну как вы меня тут-то нашли? Почему час ночи же был? Серьезно, как? Я думал, я успеваю. Может, я воскресну, может, меня не утащат. А, все забрали. Просто все забрали. Ладно, давайте тогда на этом закончим. Пока что таким фейлом у нас все это дело закончилось, к сожалению. Вроде бы же я дождался часа ночи, все должно было быть красиво. Ладно, посмотрю потом в записи, что же там пошло не так. В общем-то, этим способом я показал, как можно сбежать. Осуществить теперь это можно, только добыв обратный альпиншток из стола, в который они все ныкают, а туда попасть не так-то просто. Ну да ладно, в любом случае, на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось, и всем всего хорошего. Пока-пока.